Айри 11 ноября представила дебютный альбом, названный «В честь себя любимой». EP окунает в атмосферу 2000-х. А чтобы вы прочувствовали этот вайб, на Gaku TV прошла онлайн-презентация. В нем никакого прям такого смысла нету. Просто единственное, мы никогда раньше не выпускали альбомы, мы обычно выпускали отдельно треки. Это наш первый альбом. Поэтому, наверное, первый альбом Айри. Назвали Айри. Мы решили взять именно песни с 2000-х, так как для меня лично, я слушала такие песни и до сих пор по сей день слушаю. EP-шка своего рода трибют, ведь среди 5 треков ремейки «Сагыныш» Кайрата Байкенова, «Сагынамын» Бейбіта Корғана и «Махаббат» Нурлана и Мурата. Не подумайте, это не из-за нехватки своего материала. Да и делалось все только с благословения оригинальных исполнителей. Разрешение получил мой продюсер на исполнение. Композиторы с радостью нам дали разрешение, дали возможность выпустить ее в новом формате, ближе к молодежи, чтобы слушали. Ну а сейчас у Айри активирован режим ожидания. И хоть возможный фит с Молданазаром пока отложился, на подходе другие. Второй дуэт с Араем Айдарханом отложился, но я надеюсь, в скором времени границы откроются, и мы увидим Арая здесь, у себя на студии, и обязательно запишем. Песня уже практически готова. Осталось только ему приехать и записать. Ну а вы пока качаете треки из нового альбома и гоу на YouTube-канал Gaku смотреть презентацию.